Yeah. Дисклеймер. В нашем творчестве нет никакой пропаганды и тому подобного. Все, что вы увидите и услышите, это наш творческий вымысел и угар, не имеющий ничего общего с реальностью. Мы же собрались тут угореть и повеселиться. Так на все же наспал маскарад! И пусть каждый решит для себя это уравнение касательной фрикции по анусоиду. Мой язык проникает в самую глубину. Она обхватила ногу ногами мою голову. Ее соки медленно текут в мой пищевод. Ее горячая плоть содрогается. Она словно китайская императрица, заставляющая выказывать особое уважение к ее величеству, символизируя пришествие эры женского превосходства. Лизать женское влагалище значит лизать нефритовые врата, через которые мы рождаемся, попадаем в этот мир. А жизнь дарует Творец. Значит, лизать пизду — это целовать уста Бога! Отлично. Ленчик, встань там, пожалуйста, по центру. Моя звать, брат. Один из моих любимых треков о любви к большим сиськам, о их прекрасных божественных повышившихся холмах написано и сказано километры слов. Поэтому, мужики, просто мните их, лишите, покусывайте, наслаждайте себе в полной мере. А вы, женщины, носители этих циклопических сокровищ, предоставьте нам доступ к телу. Большие сиськи, зеркало души! Oh,
Спасибо, отлично. Отлично, отдыхаем. Свернал же, нельзя отсыпать. Что я это вспомнил? Тёлка трахает себя зажжённой динамитной шашкой. Вот это эмоции, вот это угар. Покосить горящий Бигфорда в шнур можно только обильным сквиртингом. Таковы правила челленджа, на которые она подписалась. О каких лютых извращениях она должна фантазировать, чтобы так быстро и обильно кончить? Оргазм или смерть? Это был самый яркий в её жизни оргазм, которого я просто разорвало! Динамит мастурбейшн! Заебато, блядь! Шатал людей! Кончил, хорошо. Спич. Погаси мигание. Пожалуйста. Пока убавляется самурай гей с длинным и бонитовым фалоимитатором вместо катаны. Но! Избивает безногого карлика гарпрофила, страдающего запором. Заебись. Старый киборг, у которого защемило провод в пояснице, был отмечен небом. Он смог до головы сочиться копростигматами. Селезень олигарх, пописав попой на белом камне, купается в кузове, наполненном гнилыми человеческими фаршами. Он безумно смеется и подбрасывает над собой автобус для самоубийц, который оборудован виселицами со скользящими узлами и набит клиентами в этот час пик. Кривой, хромой, калека с недостаточным количеством пальцев и отрицательной длиной полового члена зациклил рефлекс разрушения. Лимит маразма! Yeah.
Спасибо! Секунда на водичку. Снимать тебе нельзя, блядь. Я даже кепка не упала, Я не допущу того, чтобы больше не попало. Это методики, они больше не могут. В следующем треке фатальный рэп-хаунт, фиксия порно модель Ярос на телевонке дисквертует на стриме. Донаты сыпятся бесконечным потоком. Внезапно поступил огромный платеж с сообщением. Получишь 3 раза больше, если свяжешь себя. Неопытная алчная модель связывает себя. Петля на ее шее затянулась. Она как рыба беспомощно открывает рот, пока не посинела и не умерла в прямом эфире. Вибратор в ее пизде одиноко жужжит от падающих токенов. Придумай кармельских сил! Погнали, блядь, нахуй! Трек называется «Main Cunt». I'm gonna go get some more.
Говорят, умирающих проносится вся жизнь перед мысленным взором. Она видела только хуи. Я просто его схватили, я сам туда сюда. Пиздец. Я вам смотрю, поставить пошли поговорить. Отлично, тусим, друзья. Блять! Ну выключи это, бегалую хуйню. Стробоскоп. Одетую в латекс аналексичку Лену, головач трахает Федя в ротовое отверстие и благополучно кончает ей в глотку. Затем он наливает в открытый рот Лены минеральную воду и опускает туда свои яйца. Лена начинает делать джакузи для мошонки Федора. Пузырьки минералки нежно щекотят натруженные кокушки Феди. Лена выплевывает жижу изо рта и начинает натужно блевать спермой. Федя срывает с ее головы латексную маску, и мы видим, ее голова настолько уродлива, что напоминает головку полового члена. Лена Длинач и Лена Головач! Ебать! Вот туда!
Понял. Ёбаная работа, ёбаная система, ёбаный начальник, ёбаная зарплата, ёбаное все, ёбаное ничто. Пустик, у меня эти дни сегодня не получится. Дорогой, скоро приезжает мама, приколоти наконец эту полочку. Я счастлив! Я счастлив! Топоги! Надеюсь, у вас тоже допаминчик в крови. Вагнер, твоя любимая! Сегодня не будет. А если я сосу? Ну так нас. Я согласен, но все равно не будет. Я не торгуюсь. Слава, ты полегче там? Пищ-пищ? Ваня! Славик, Ваня! Сейчас будет гиперкач. Я хочу, чтобы каждый из вас прочувствовал его. Сейчас я хочу рассказать вам о живом космическом корабле с двигателем на кровавой тяге. Космический корабль вытянутой сигарообразной формы с одинокой огромной рукой сбоку. В руке зажата пилообразная секира. Это оружие отрубает конец космолета, и кровище под давлением вылетает из корабля в открытый космос. Корабль летит. Со временем рана зарастает, и когда вновь нужно изменить направление движения, секира вновь рубит плоть корабля. Космический корабль с двигателем на кровавой тяге! Я хочу, чтобы вы все охуели! Thank you.
Самаркандская «Динамо». Ира. 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 Ну-ну-ну. Иди читай. Я? Слава, я ж бухаю, говню. Я говорю, иди читай. Блядь. Ну пойдем же, я короче. Здрасте. А скажите, а вот это куда засовывает? А вот это? А как дышать? Ух ты, вот эта штуковина. Сразу вот туда и можно? Круто! А вот этот кабачок кремень? Ох, я вся теку! Боже, он же меня сейчас разорвет! А некоторые это в жопу пихают? Он с мотором? А розетка работает? Да это же вечный кайф! И никаких проблем с ёбарем! А насадку можно любую поставить? Круто! А что это за затычка с блестящими камушками? Куда? В жопу? Ох, ну и шланги! Что, можно каждый попробовать? Здорово! Кончаю! Шок-шок, тест-драйв! Ебать! Красавчики, всем спасибо. Только.
пришел? Да. Хорошую давай! Хорошая есть? Да? Хорошую! Лучшую! Какую? Элементную мастурбацию. О, нормально! Блядь! Конем всегда зрит курень, блядь! Это моя любимая, потому что я не смог ее выучить. Dynamite Masturbation! Всем спасибо. Славик, вы охуенные! Всем любовь! О, вот это вот. Всем лайк! Охуенно! Всем спасибо! Построю мыться всем!